Сказать, что водный автобус пользуется тут успехом, не сказать ничего. Битком набит. Как электричка в пяти землях. Да еще вон остановку бодает. Ну а что, доступный вид транспорта вполне. Завтра тоже на нем покатаемся. Ну а сегодня отдадим дань пешеходной прогулке по городу Венеции. Вон встречный автобус идет. Народ аж на подножках висит. Гондолеры еще очень много рассказывают обычно. Ну почему-то, вернее, не почему-то, а понятно, что по-итальянски. Много и долго рассказывают. И песни еще поют некоторые. Может, сейчас, конечно, уже и не поют. Что ж ты песен не поешь? Однако как-то умудряется тут выворачиваться среди этих кораблей. Немножко отличается тут и по характеру застройки. Более длинные такие, как проспекты, сменяются такими всякими переулками водными. И водными же тупичками. Водоснабжение в городе есть и через колонки продолжается, как в исторические времена. И, естественно, есть водопроводы уже. И вот такие вот уютные всякие садики над водой тоже в городе встречаются. Как переулочек такой небольшой. В анимационный сувенир. Плыла, каталась лодочка по Венеции. Какой-то новый сувенир. Выпуклые зеркала, в которых отражается и Венеция, и люди вокруг. Кстати, вообще-то стеклом исторически работали. Есть остров Мурано, куда мы завтра хотим сплавать. Тут надо плыть, да. Но опять же, о, кеды гербарные. Вот, и там делали исторически дутое стекло. Венеция славилась своим стеклом в средние века, но считалась элитарным. И якобы традиции до сих пор хранятся вот на этом самом острове, где работают мастера. Завтра поедем посмотрим. Кондитерские изделия, засахаренные фрукты или марципановые фрукты. Шако представлены. Снэк-бары. Это в плане еды. И тут можно перехватить, перекусить. И опять же масочные. Маски. Маска, я вас знаю. С едой нельзя заходить, а то маску испачкайте едой. Так, продолжаем наш путь к Сан-Марко. Изделия из стекла. Вот оно, знаменитое дутое стекло венецианское. Разноцветное. Вот мы хотим как раз на остров, где это изготавливают, завтра побывать, съездить. А где же наши гондольеры? Гондольеры, тарантарататататам. О, сейчас гондольеры будут расходиться с катером. Вот так вот, сейчас непростая будет тут забава. Расхождение гондольера с катером. Кто же победит? Ни один не хочет уступать. Как всегда, победила дружба. Ну, понятно, непереводимый гондольерский фольклор присутствует, безусловно. Ну и, конечно, любимые замочки, куда без них. Этот, видимо, какой-то бранд-майор пожарный тут повесил свой замочек, чтоб люди издалека видели. Так что прогуливаясь по каналам, запросто можно увидеть гондольера. С каким-то замочком. Ух, какая красивая гондола. Резная. Уточки тут такие симпатичные. Тоже магазинчик. А, ну это ткани, платья и так далее. Ну а дальше пока утилитарные улицы пошли. Новый выход к Гранд-каналу. Все-таки Гранд-канал, это Гранд-канал. Он большой канал. И над ним мост. Но мы ищем не этот мост, мы ищем знаменитый торговый мост. И движемся потихонечку к нему. Вечер на Гранд-канале. Вечерело. А по каналу все плавали и плавали. Мост Академии, судя по всему. По нему надо перейти, чтобы пройти в Сан-Марко. Чем мы сейчас и займемся. Вид в сторону Большого моря, а там за углом Сан-Марко. Честное благородное слово.
Продолжаем на обзор любимых замков. Тут просто бесчинство, грозди. Грозди. И проплывающие корабли под нами. И опять же грозди замков. В этом есть даже что-то неприличное, какая-то групповуха какая-то. Вот ей-богу. Свальный грех. Ну, парень дает. А, это тоже гондол, смотрите, какой остронос интересный. Собак катает. Раз есть спрос, значит будет предложение. Там вон ребята торгуют замками и фломастерами, соответственно. Можно написать любое имя и повесить. Вон я в руках. Сезоночка замков. Ключник Павел, одним словом, замочник Павел. Да, торжественно пишем и бросаем ключ. Преодолели мы водную преграду и приближаемся к Сан-Марко. Дома такие побогаче стали, парки появляются, в общем. Идем к центру. Идем в центровое место. Площадь где-то на задворках Сан-Марко. Вон явно туда Сан-Марко, пер Сан-Марко. А, да, вокруг площади такие узкие улички тут должны быть, потому что одно дело Сан-Марко, сама площадь большая, а второе подходы к ней. Сейчас какие-то такие узкие улицы. Переходим всякие каналы. Идем все дальше и дальше. Слушай, а это вот здесь было? Вон Ля Пескада. Сойдем-ка мы с туристической тропы и зайдем, в сторону сойдем, до Марио. Ну, какое-то тут интересное местечко. Явно какая-то закусочная. Продолжаем прогулочку. Просто зашли в кафе, в котором мы были 20 лет назад здесь вместе. Ну вот такое место. Тогда это было кафе для гондольеров. Здесь одни гондольеры кушали. А сейчас, видимо, его сделали уже все-таки туристическим. Не так уютно, как тогда было. И я помню, в нем впервые съел лазанью. Попробовал, что такое лазанья. Продолжаем обзор сувениров. Венецианское стекло, ножницы, одежда. Магазины стали кучнее. Приближается Сан-Марко. Улица становится центровей, богаче. Продолжаем приближаться к Сан-Марко. Продолжаем. Извините, гондольное место. Ну не в смысле плохое, а в смысле хорошее. И тут гондолы паркуются, и можно взять и нанять тут себе гондолу. Я такой гондольер, вас покатает. Никогда еще не видел столько гондолов в одном месте. Сервизио гондоле. Подать гондолу. О, пошла гондола. Пошла гондола. Не могу не ответить Луи Свитон. Благодаря чемодану на Красной площади, теперь мы про него все знаем. Луи Свитон. А, вот он, чемоданчик. Так, перед нами Сан-Марко. Вот они, видны узоры Дворца Дожей. Вот это место, куда мы стремились долгие 19 лет. Мы снова на площади Сан-Марко. Масштабное место, особенно после того, что приходится пережить, ходя вот по узким улицам. Здесь музыка, ресторанчики, ну, кафе, можно выпить винца, послушать какую-то музыку. Какая-нибудь Санкт-Петербургская филармония.
Как играет, а? Так, музей даже, вот, дворец даже, сейчас музей. Колонны растральные, две штуки. И набережная с видом на соседние острова. Вот такая она Венеция-то, а? Ух. Непростая. И здесь гондольный сервис. Ну, а там, собственно говоря, продолжается Венеция. Венеция — это город на островах, в лагуне. И завтра мы здесь поплаваем. Спят усталые гондолы. Детики спят. Та-ля-ля-ля-ля. Отдыхают, короче, до завтра. Туру-туру-тум. А гондолы все плавают и плавают. Несмотря на вечернее время. Называется «Продам полдома». Вот полдома один хозяин, полдома другой. Один красит, а другой не красит. Получается такой венецианский стиль. Грустно, товарищи. Хотя, с другой стороны, почему? Даже интересно посмотреть, как дом выглядит в крашеном виде и в исторических, так сказать, оформлениях. Ну, то есть китайцы тут закусывают. То еще маски продают. Ну, ладненько, будем на сегодня же выбираться. Хорошо сегодня погуляли. Сейчас будем выбираться к кораблику, который нас отвезет к автобусу, а автобус нас отвезет в наш отельчик. Такие ближайшие планы. Нравственность прежде всего. Вот разрешили стоять так раздетому, ну а когда с ребенком уже поставили, то по требованию местной думы одели в плавки. Вот так вот. И достоинство не уронили, и love my brick. Вообще в этом много всяких таких курьезов интересных. Вот. И в Венеции тоже. Поэтому завтра вернемся обязательно. Все осмотрим здесь. Покормим голубей, хотя это категорически запрещено делать, но многие делают. И погуляем, поплаваем по островам. И немножко медитации на ночь. Ноги у нас заболели, решили мы вступить в отношения с водным транспортом. Вот идет наш кораблик. Вот мы тут приобрели разовый билет на 60 минут. 7 евро, однако, стоит. Недешево. Но зато сейчас спокойно доедем до точки назначения. Ноги нам еще пригодятся, нам еще тут завтра ходить, бродить. Так что все по-взрослому. Ща будем садиться. Номер один как раз нам, единичка нам подойдет. О, мужик, наверное, на собой сейчас веревочку набрасывать. Высадка пассажирская. Рюкзаки за спиной держать нельзя. Могут что-нибудь тут стырить. Короче, вот, а мужик тут рулит. Тут веревки набрасывает, этот штурвалом крутит. Столба к столбу. Сила. Так потихонечку и плавает. Один билет собирает, чеки собирает, один рулит. Ну а мы катаемся. Великая речка Янза. Еще проблема разойтись, на самом деле, целая история. Но дядька рулит, почем зря.
очередная станция. Ну да, нелегко парню приходится. Да. Не, ну два дожить, конечно, прикольно, но так вот, наверное, с пьян-то можно было и в воду упасть. Собак тут любит, я смотрю, катает на лодках. Вот так вот, иной раз выходит в палаццо, на балкон своего палаццо, голова закружилась и болтых в воду. Да, зато в шкафу прятаться не надо, вот тут зато подсказывают. Да, кстати, во. Главное мимо мазков проскочить вот этих, а то так сиганешь и вот на этот кол. С другой стороны, неповадно другим будет. Тоже верно. Вот они почему заостренные-то. Понятно. Во, вот они, навершие-то почему, наверху вот такие сделаны. Шишечки такие. И гостиница выгодна. Не выписавшийся, никто не уедет. По воде сильно не убежишь. Я к посуху там. Так, мы теперь к этому борту пристаем. Вот так вот. Подай, говорит, Ваня, ключ на 17. Так вот, учись, а то будешь всю жизнь ключи подавать. Ну, примерно такой там разговор, наверное. Пока один примус подчиняет, второй его за ноги держит, судя по всему. Взаимовыручка. Это самый клевый мост торговый. Вообще мосты же это сакральная вещь. Они соединяли берега. На этом были торговые ряды. Вот такой вот тут красивый мост. Прям тут тесно от гондол. Они так и шныряют, так и шныряют, а? Пример, интересно, балкончик. Вот здание все каменное, окна, а тут такой балкончик деревянный. Привезли моду строить балкончики в Европе рыцари-крестоносцы. Так на Востоке защищали здание от жары, специально делали деревянный балкончик, который на себя основной жар брал. А в дом жар не шел. Эдакий прообраз нынешнего кондиционера. А так как Венеция развивалась в средние века, как раз эпоха крестоносцев, вот, скорее всего, этот балкончик один из первых и есть. Здание-то, видите, опять же, все каменное, и только один балкончик. Там самый температурно чувствительный человек жил, видимо. А это его, наверное, внук или правнук. Так, вот видите, как долго живет. Полезно соблюдать температуру. Видите, гондольеры в синих тельняшках с этого берега, с левого, а с правого в красных тельняшках. Это для того, чтобы правобережные не путались с левобережными. Вот те, кто в синих, можно брать с левого берега пассажира, те, кто правый, с правого. А вот черные, им можно брать с обеих берегов пассажиров. Видите, как все удобно. Продолжаем путешествовать по остановкам. И вот мы еще к одной остановке пристали. Здесь, кроме автобуса, никому чалиться нельзя. Кадоро. Потопил что-то хату-то. Вход-то должен был быть. Ох, нагорит от барина. Ой, нагорит. Ну, фонарный столб. Омары с видом на Гранд-канал. Как это восхитительно.
Железнодорожный вокзал города Венеция. Заканчивается наше путешествие, и мы прибываем к конечной точке маршрута. Автобусная остановка. Площадь Рома. Ну, площадь Рима. Ух ты, еще и самолеты тут садятся. А ну да, тут же аэропорт еще недалеко. Сегодня мы весь транспорт увидели своими глазами. И корабли, и пароходы, и самолеты. Ну, на сегодня теперь уж точно все. Теперь уж точно спокойной ночи. До завтра. Завтра мы будем счастливы еще здесь день провести. И надо заметить, Венеция никогда не спит, в отличие от людей. Тут все время бурлит жизнь. Вот так вот. Ну, потрясающе интересный город, очень необычный и очень-очень интересный. Завтра продолжим. И наш экипаж тоже пошел уже отдыхать. И водитель, и контролер. Их смена сегодня закончена. Пора домой.